Повысить заработные платы специалистам сферы культуры поручил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Как скоро будет решен вопрос, на какие льготы могут претендовать работники театров, музеев и библиотек? Об этом мы поговорим с нашим гостем, директором департамента по делам культуры и спорта профильного ведомства Кумис Сеитовой. Кумис Кырсыкбаевна, добро пожаловать в нашу студию. К сожалению, на сегодня мы вынуждены констатировать тот факт, что одна из самых низких зарплат в стране у работников культуры. В частности, работники библиотек получают в среднем 50-60 тысяч. Скажите, как скоро будет решен этот вопрос? Да, конечно, на сегодняшний день самая низкая зарплата у работников культуры. Вот если брать социальную сферу, но очень отрадно, что было поручение президента Республики Казахстан. И фактически вот с 1 января уже 2020 года мы планируем повысить зарплату сотрудникам, работникам культуры. В этом направлении работа ведется очень активно. Мы работаем и с со всеми заинтересованными госорганами, и с Министерством труда и социальной защиты, и с Министерством финансов. Фактически отрабатываем все вот детали. И вот с 1 января будет повышена зарплата, чему мы очень рады. Для регионов, для центра? Если брать регион-центр, то республиканский уровень зарплаты будет повышаться на 50%, а местные организации, коммунальной организации, работникам зарплата будет повышаться на 35%. То есть, если это выразим, скажем, в цифрах, сколько будут получать работники театров в регионах? Ну, вот фактически, если брать, допустим, что регионы зарплата примерно, если средняя 100 тысяч, то это будет 135 тысяч зарплаты на в регионах. Если республиканский уровень, соответственно, это вот на 50%, это из 100, допустим, 150, вот примерно так. Ну, вы же знаете, что уровни зарплаты разные, то есть в зависимости от профессии, в зависимости от должности, в зависимости от образования, поэтому вот прям среднюю зарплату сейчас я брать не могу, но это будет фактическое повышение 35 и 50. Да. Скажите, всех ли работников сферы культуры охватит это повышение? Вы знаете, да, это охватит руководящий состав и специалистов. То есть это фактически, если брать где-то 30, в сфере, если брать, что в сфере работает порядка 60 человек, то это будет охватывать где-то 35 тысяч человек. То есть это будет охватывать специалистов, то есть тех же артистов, музейных работников, это библиотекари и так далее. Не распространяется повышение зарплаты на общих специалистов, допустим, юристы, бухгалтера, там, технический персонал, которые, ну, здесь принцип, позиция у Министерства труда и социальной защиты такая, что в сфере образования, допустим, в сфере культуры или в сфере здравоохранения работают одни и те же юристы. В принципе, охват работы один и тот же, поэтому условия труда одни и те же, поэтому они должны, как общие специалисты, зарплата должна быть одинаковая. А по поводу уже работников культуры, непосредственно творческих работников, это, конечно, уже сфера. Скажите, вот из-за низкой зарплаты работники культуры не могут участвовать в жилищных программах, недоступна для многих семей ипотека. А вот как вы планируете помочь с жилищным вопросом? Ну, вот это вот повышение зарплаты, она, конечно, скажется на том, что теперь смогут участвовать в жилищных программах, вот социальных программах, которые будут объявляться, потому что на самом деле для банков нужно подтверждение платежеспособности, и с нашей маленькой зарплатой, в принципе, это сделать тяжело. Но это тоже повлияет, конечно, вот сейчас повышение зарплаты повлияет уже на участие в программах, процентном соотношении. Ну и второе, конечно, сейчас мы работаем с местными исполнительными органами, непосредственно с акиматами, разрабатываем меморандумы, работаем в том направлении, чтобы создавать какие-то конкретные условия для тех молодых специалистов, которые приедут работать в регионы, и чтобы они ехали конкретно, допустим, в определенные область, в определенный город, для того, чтобы, понимая уже изначально, что вот какие-то подъемные, будут какие-то льготы, созданы условия, там, допустим, ребенка в садик можно будет определить. То есть мы над этим будем работать с каждым регионом отдельно, потому что возможности местных бюджетов разные, возможности акиматов разные, поэтому мы будем работать с каждым, с каждой областью отдельно, для того, чтобы вот специалисты наши могли
То есть это, в общем, качество жизни, чтобы вы рассматриваете было... вопрос предоставления мест в общежитиях, детских садах? Да, какие-то служебные квартиры, по возможности местных, по возможности акиматов, конечно, мы будем создавать все условия, будем работать над тем, чтобы были созданы условия для работников культуры, что, ну, чтобы обеспечили достойную жизнь. Да, это очень отрадно, что будет работа вестись в регионах, потому что вот, конечно, что вот новые здания театров, музеев появляются вот преимущественно в мегаполисах, в столице, в городе Алматы. Вот скажите, как будет решаться вопрос вот именно с возведением культурных объектов? Потому что дети талантливые есть в каждом регионе страны, да? Да, конечно. Ну, скажем, вот... ну, начнем с того, что уже давно разработаны и работают нормативы сети организации культуры в областях, в районах, в регионах. Нормативы сети предполагают обязательное наличие определенных организаций культуры, допустим, библиотеки, музеев, и оно рассчитано на определенное количество людей. Допустим, если в городе, допустим, или в районном центре население там от 2000 и выше, то значит обязательно должен быть, например, наличие библиотеки в этом селе и так далее. То есть такие вещи уже прописаны, их нужно исполнять, но тоже мы сталкиваемся с возможностями местного бюджета. Поэтому с возможностями местных акимов, районных акимов и так далее. Скажите, поэтому А вот рост заработных плат будет браться из республиканского бюджета? Да, вот учитывая тоже, что разные возможности в регионах, принято решение, и вот это, в общем-то, долго обсуждалось, и на сегодняшний день принято решение, что повышение вот в этой данной заработной платы, непосредственное повышение будет осуществляться за счет республиканского бюджета. Скажите, а есть ли у вас данные по дефициту кадров по регионам, ведь вы планируете? Да, в принципе, общие такие цифры есть по каждому региону. Мы каждый год собираем по этот дефицит кадров. Но и когда, допустим, с 2015 года, тоже вы знаете, с 2015 года организация образования в сфере культуры перешли под ведение Министерства культуры и спорта. Раньше это было Министерство образования, но в принципе это такой международный опыт, что эти организации образования в сфере культуры должны быть в ведении Министерства культуры. Это вот во всех странах СНГ такая практика. Поэтому с 2015 года они перешли, и вот с этого времени, в принципе, когда предусматриваются гранты вот по направлениям, уже комиссия, когда рассматривает количество грантов и так далее, исходит, конечно, это исходит из потребности. То есть лимит или там квота исходит из потребности. В этом направлении дальше будет продолжаться работа. В общем-то, очень тесно мы будем сотрудничать с акиматами для того, чтобы вот создать все условия для того, чтобы на местах работали высококвалифицированные специалисты. Какой, скажем, просто интересно, какой процент средств из республиканского бюджета направляется в ваше министерство вот на фоне, скажем, других ведомств? Вот. Ну, я сейчас процентом соотношения вам не скажу, но сразу хочу сказать, что это на культуру в принципе выделяется не такая большая сумма. Если, допустим, в других социальных сферах, там, образование, здравоохранение, идет принцип подушевого финансирования, то, конечно, в культуре такого финансирования нету. Это обычно буквально на содержание, годовое содержание там сотрудников ежегодно выделяется, потом обязательно выделяется на коммунальные услуги. Ну и учитывая, что у нас кроме библиотек многие организации, ну вот театры, филармонии, музеи, это предприятие, то здесь подразумевается, что они сами тоже должны зарабатывать. У театров и филармонии как бы нет такой заинтересованности, чтобы повысить, скажем, посещаемость зрителей, да? Получается, что так, если отсутствует подушевое финансирование? Нет, заинтересованность, если начать с того, что всегда в сфере культуры работают патриоты, работают те люди, которые на такой маленькой зарплате, в принципе, работают и люди с большим стажем и так далее, да, но если вот по такому принципу рвать, конечно, они заинтересованы, чтобы в их театр ходили, артист заинтересован, чтобы за его творчеством наблюдали. Нет, здесь, наверное, немножко другой подход должен быть. Здесь должен быть подход, что зарплата, достойная зарплата и достойная оплата его труда
повлияет на качество жизни. Поэтому если в сферу, в областях будут больше внимания уделять и больше денег направлять на развитие культуры, конечно, это было бы хорошо. Скажите, Баяна, задаем вам последний вопрос. Время эфира, к сожалению, ограничено. Скажите, предусмотрено ли, скажем так, пересмотр понижения пенсионного возраста для работников культуры, для некоторых, ну, в частности, для артистов балета, потому что этот вопрос долго поднимался ранее? Да, мы сейчас поднимаем этот вопрос, но, конечно, здесь, наверное, больше не к нам вопрос, больше опять вопрос Министерства труда и социальной защиты. У них такой общий подход, что все равны перед законом, поэтому нельзя работника в одной сфере снижать пенсионный возраст для того, чтобы их раньше отправлять на пенсию, а другие сферы вот не должны этого делать. Поэтому сейчас у нас другой подход, тоже в этом направлении работаем. Я думаю, что в скором времени какие-то у нас достижения будут, о том, какие-то выплаты, гарантированные выплаты предусматривать. Большое спасибо за интервью, благодарю вас за хорошие новости. А я напомню, у нас в гостях была директор департамента по делам культуры и спорта профильного ведомства Кумыситова.